Соревнования звука. То стреляет, то в шахматы играет. Вот. Значит, я читаю. Кольцом вокруг района Чу все это будут горы. Но чаще леса и ущелья гор среди юго-западных вершин особо хороши. Ежели смотреться в них, то там есть как букет роскошная гора, глубокая, красивая весьма. И это будет Ланье. Горой идти верст 6 или 7, и слышен станет постепенно шум от воды с бульбукающим звуком, выходящий в расселенный звук скал. То будет винный родничок. Но вот вершина повернут, дорога тоже обогнет, и там стоит одна беседка. Простерлись крылья, словно птичьи, вплоть подошли и стали над водой. И это будет та беседка, где старец пьян. Вот. Так, вот. Теперь, значит, следующий фрагмент. Кто выстроил беседку, этот угорный был монах Джисень, с умом ушедшим от земли. Навзавшим так ее был кто, то губернатор здешних мест имел в виду себя. Да, губернатор приходил сюда с гостями пить. Немного выпьет, а уж пьян. Летами он куда уж как высок, потому сядь и туловал хмельной старик. При этом помысел хмельного старика не заключается в вине, а в здешних водах и горах. Он эту радость гор и вод всем сердцем воспринял и сопоставил образно с вином. Вот так. Теперь, когда восходит солнце, когда туман в лесу раскроется совсем, и в час, когда на небе облака выйдут к себе и меркнут в мгле утесы и пещеры, вся эта смена света в тьму, для гор то будет утро-вечер. Вот распустились дикие цветы и скромно пахнут. Прекрасные деревья так стройны, и тень от них обильна и густа. Вот ветер с инеем высоко взлетает в воздух, прозрачный и чистый. Спадает уровень воды, и камни выступают вверх. Все это будут здесь в горах 4 времени в году. Идти туда с утра, а вечером домой. Природа 4 времен хоть не одна и та же, но наслаждение ею без границ. А вот с поклажей на спине идут, поют среди пути. Идут под деревом, стоят и отдыхают от ходьбы. Те, кто из них ушел вперед, окликнут тех, кто позади, и те в ответ им прокричат. Согнувшись, как горбун урод, несут, и все идут вперед-назад, и без конца. То будет население Чу, что путешествует в горах. Посходит он к ручью и удит рыбу. Ручей глубок, а рыба так жирна. Из винного источника он делает вино. Источник прямо аромат. Вино же холод стужа. Деликатесы горы, дикие плоды положены на стол. Одно с другим и как попало. Все это будет на перу у губернатора гостям. А музыку и на перу хмельным гостям не будут здесь ни струны и ни флейты, а вот. Стрелять и в цель попасть, сыграть тур шахматы, побить. Вот. Штрафная чарка, счетный фант везде валяются в разброд. Один встает, другой сидит, кричат, болтают и шумят. Все это будет для гостей весельем на перу. А тот, кто с лицом посеревшим и белыми прядями длинных волос валяется здесь на перу среди гостей, упился это губернатор. Пройдет момент, вечернее светило на горе, и человеческие тени пошли в разброд. К себе домой уходит губернатор, за ним и гости чередуй. Лес мрак одет теперь, и птичьи голоса то там вверху, то здесь внизу. Гулявшие ушли, пернатому народу теперь веселье здесь. Да, птица знает радость гор и чаш, не знает только радости людей. И люди то ли тоже знают лишь, как с губернатором гулять и веселиться.
Не знают ли они о том, как губернатор весел сам весельем их. Теперь же тот, кто пьянее с ними, умеет слиться с радостью их, а протрезвев умеет на письме об этом рассказать, то губернатор сам. А губернатор кто, скажите? Лулинский Уянсюк. Уянсюк был губернатором? Ну да, у него был титул Тайшоу. Алексеев считал уместным, так сказать, перевести как губернатор. Вообще это действительно начальник уезда, вот, достаточно высокий титул. Пьяные валялись. Они не пьяные не валялись. Ну, пьяные валялся. Штрафы и пили, то они и падали. Они просто то садились, то вставали. Ну, вот вроде один, но это я не знаю. Вот насчет этого. Вот выделялся, что только один вот и лежал. Остальные все как чем-то занимались. Ну, думаешь, что 302 это вот такого рода выделение? Ты 302, второй знак. Ну да, там так вроде да и кажется, что вот среди них он с белыми волосами и валялся. Там, где делают схомы, эти чарки и так далее, это обычно. А чарки-то с чарками, значит, вот этот туз, да, иногда ты об этом подумаешь, каком здесь это самое. Вот валялся он или валялся. Ну, просто лысина, она как бы блестит, а он как бы... А он с белыми волосами все равно тоже белел среди них. Белел? Да. Ну, чё он пьяно валялся? Ну, вот... Это я всё-таки не понимаю. По-моему, это не написано, что он валялся пьяный, а потом... Ну, вот Цзуй, он как раз Тайшоу, Цзуй Е. Как раз среди них, кто это вот белеет тут? Напившийся Тайшоу. Ну, он белеет, да. То они это самое, все они, так сказать, это самое встают, садятся, вскакивают, чарками обмениваются, вскакивают и галдят. Вот. И так они радуются. Вот. А он среди них, так сказать, выделяется своими, это самое, увядшим лицом, значит, и седыми волосами. Вот. И вот как раз дальше это идет, вот. Что он напился. Ну, напился, да, потому что он спрыгает между ними, с ними вместе. Вот, потому что странно, что после того, как он тут валялся, потом он, так сказать, спокойно расходился с гостями и наслаждался всеми этими самыми вещами. Я поняла, говорю, что там Зоя, это в смысле, да, садились отдельно и вставали. Да, это не связано. Да. Встают, садятся и кричат, да. Вот. А он среди них мелькает. Белизной выделялся. Да, мелькает, но вряд ли пьян. Валялся. Нет, пьян, но не валялся. Не валялся, не валялся. Вот, ну ладно, тогда, значит, это самое, мы на этом кончим. Значит, мне надо вопрос с шахматами решить, почему здесь так это получилось. Так, а еще можно да. С 78-м, 181-й и, в общем, Цицхан Сяньши. Вот, как будто, так сказать, как будто бы я, так сказать, опознал, узнал, потому что сиан здесь пустой на самом деле. Вот, значит, что эти самые
гуси возвращаются. Вот. Кажется, что я, так сказать, узнал, как мне удалось узнать, что гуси возвращаются. А может, все-таки он их узнал, они его узнали, и к нему их возвращаются. Нет такого. Я думаю, что нет такого, что, так сказать, гуси познали его, он познал гусей. Нет, я думаю, что это сеанс пустое достаточно. Да.